мы сами еще любим путешествовать. Сегодня, когда шли на концерт сюда, на выступление, увидели в метро человека с рюкзаком. Это было так замечательно, так прекрасно. Сразу что-то проснулось, хотелось куда-то ехать, идти, восходить в леса, в поля. И вот эта песня, которую мы сейчас споем, она как бы посвящается всем путешественникам, всем ищущим себя. Она, конечно, посвящается, в первую очередь, велосипедистам, но я думаю, что люди, которые неравнодушны красотам нашей планеты, которые любят забираться на высокие горные вершины, которые любят сплавляться по рекам, тоже там близки, это все, дух этот близок им. Трудно было человеку 10 000 лет назад. Он лишь мог видеть аптеку на работу в глаза. Он не знал ни на себе, на слепоте чудеса. Потому что не изведал всех достоинств колеса. Колеса. Солнце на спицах, синева над головой. Ветер на блицах, гоняющий от земной. Ветры и весны, улыбающие дай. Сядешь и просто нажимаешь на педаль. Все куда-то колеса. Идут взрослые дети на работу в глаза. Идут в баню и аптеку, едут к тёще на обед. Что же будет с человеком через 10 000 лет? Солнце разбится в синева над головой. Ветер на улице обгоняющим цветой. Ветры и вёсны убегающие в рай. Сядешь и просто нажимаешь на педаль. Дай-д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 ай-